меня зовут? Вот. Говорите громче. Как меня зовут? Как меня зовут? Я сделаю все королевство приглашенными, даже страна чудес. Нет, это для принцессы Ред. Королева червей давно хотел вернуться. Аурадон – худшее место. Моя дочь там, может быть, ненадолго. Правда? Оденьтесь прилично. Ты теперь ее королевское высочество, Бриджит. Ты должно быть принцесса Ред. Мне всегда было интересно, как там. Приезжайте когда-нибудь. Я познакомлю вас с Бармаглотом. Что такое Бармаглот? Монстр, который ест девушек. Нет, выглядит, как будто никогда не видели переворот. Это безумие. Однажды ты поблагодаришь меня. Я никогда не преклонюсь перед тираном. Долой ее. Эй, все будет хорошо. Как мы можем остановить твою маму и спасти мою? Это машина времени. Ты шутишь? Я выгляжу как шутка. Мы можем вернуться и спасти наших мам. Где мы? Нигде. Когда? Мама, ты Бриджит. Из страны чудес. Это я. Хочешь обняться? Не могу поверить, что моя мама была доброй. Сделаем, чтобы она такой оставалась. Младшая сестра Урсулы. Спасибо. Уверена. Для всех. Мама становится мамой из-за Юлианы. Один шанс сделать все правильно. Слушай, кальмар. Может, не так уж плохо. Может быть. Как зовут меня? Как зовут меня? Предупреждаю. При изменении времени могут быть последствия. На чьей-то стороне. Как зовут меня? Как зовут меня? Это зазеркалье. Что это делает? Показывает будущее. Посмотрел? Нет. Зачем портить сюрприз? Будет замечательно, уверена.